Александр Николаевич Островский. Русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра. У порядочного человека везде дом, где он, там и дом. Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться. Думать не надобно. Боже вас сохрани думать, у нас женщины тем и сохраняют красоту, что никогда не думают. Никому не закажешь говорить, в глаза не посмеют, так за глаза станут. Хлеб за брюхом не ходит. Без товарищей нельзя, только женатому надо будет от них отставать, потому от них добра мало. На всякого мудреца довольно простоты. Быть приятным не могу, а быть смешным не желаю. Но знаете, что и самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники злодеи, и смирный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной. А каково иметь перед собой ежеминутно строгого цензора нравов? Ты ждешь от жены наивности, веселости, ласки, а она тебе в душу глядит, точно допрашивает. Как мужик русский, мало радости, что пьян, надо поломаться, чтоб все видели. Поломается, поколотит его раза два, но он и доволен, и идет спать. У человека, которому делать нечего, всегда дел много. Когда люди сходятся по любви, так они и живут в любви, пока не надоедят друг другу. А когда бедный человек берет за женой большое приданное, так он рад ли, не рад ли, а обязан любить. Честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Дуракам богатство зло, дай умному человеку деньги, он дело сделает. Я походил по Москве-то, я все видел, все. Большую науку произошел, а дураку лучше денег не давай, а то он заломается. Да ведь у школы чему быть, так и дома не спрячешься. Столько люблю, сколько мне следует. И крокодилы плачут, а все-таки по целому теленку глотают. В бедности-то всякий жить умеет. Нет, ты умей прожить деньги с эффектом. Тут много ума нужно. Не бойся суда, а бойся судьи. Только два сорта и есть, податься некуда. Либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни.
женское сердце мягко. Мягко-то оно мягко, зато уж ведь и злей-то женщины ничего на свете нет, если ее обидеть чувствительно. Страшно становится. Женщина отомстит ужасно, она может такую гадость придумать, что мужчине и в голову не придет. Чужая душа потемки. Главная трагедия в жизни – прекращение борьбы. Песня – душа народа. Загубишь песню – убьешь душу. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной. Мужество воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям. Когда обращаются к медику, так от него не сострадания требуют, а знания своего дела и полезного совета. Женщины любят думать, что они свободны и могут располагать собой, как им хочется. А на деле-то они никак и никогда не располагают собой, а располагают ими ловкие люди. Сколько ни умывайся, белей воды не будешь. Медведь и не умывается, да здоров живет. Публика ходит в театр смотреть хорошее исполнение хороших пьес, а не самую пьесу. Пьесу можно и прочесть. Говорят, к палке привыкать трудно, а к свободе гораздо легче. Кто, жертвуя собою, вздумал бы сперва рассчитывать и взвешивать все последствия, всю вероятность пользы своего поступка, тот едва ли способен на самопожертвование. Странное существо человек, в молодости даны ему страсти для того, собственно, чтобы наделать глупостей на всю жизнь. Потом, в зрелых летах, дается ему ум, чтобы раскаиваться всю жизнь. Не все понимают, что мода есть тот же прогресс, хотя чисто фактический, бессознательный, а все-таки прогресс. Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь. Историк передает, что было. Драматический поэт показывает, как было. Он переносит зрителя на самое место действия и делает его участником событий. Молчи, коли уж лучше ничего не умеешь. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Кабы любовь то была равная с обеих сторон, так слез то бы не было. Голые тенденции и прописные истины недолго удерживаются в уме, они там не закреплены чувством. Сказать умное, честное слово не мудрено, их так много сказано и написано. Но чтобы истины действовали, убеждали, умудряли, надо, чтобы они прошли прежде через души, через умы высшего сорта, то есть творческие, художнические. Иметь хорошие мысли может всякий, а владеть умами и сердцами дано только избранным. Это, конечно, досадно, но уж нечего делать.
Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.